Группа компании «Север» намерена очистить поселок Амдарма от металлолома. Об этом ее учредитель Ильдар Неверов рассказал главе региона во время осмотра морского торгового порта Амдармы. По словам предпринимателя, в настоящее время работа морпорта сильно осложняется тем, что русло захламлено брошенными морскими объектами. Это представляет собой опасность для навигации. Здесь можно было бы разворачиваться буксиром, отстой флота, там, не знаю, гражданского, военного. То есть это такой порт, он стратегически, его за следующую навигацию можно привести в отличный порядок. Кроме того, в 2018 году предприниматель планирует создать на базе морпорта необходимую инфраструктуру для развития индивидуального предпринимательства. Если посмотреть этот склад, транзитный склад называется, вот здесь мы хотели бы сделать для малого бизнеса вот этот вот кластер. Кожевенный, древесный цех, рыбный, мясной цеха. Весь проект планируется реализовать по грантовой системе. По словам Ильдара Неверова, морской торговый порт может стать неким драйвером для развития всего поселка. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для развития логистики на трассе Северного морского пути, пояснил предприниматель. Глава региона его идею поддержал. Точно надо убраться. А если вы под эту уборку готовы, с одной стороны, заработать денег, а с другой стороны, взять на себя какие-то, на это, в общем, какие-то социально-экономические обязательства, участие там, развитие грантовой системы по малому бизнесу, как-то затягивание местного населения в такую экономическую деятельность, то мы, конечно, стараемся поддержать. Компания уже начала работу по разгрузке Амдармы от металлического лома, накопившегося за долгие годы. В следующем году объем работ планируется увеличить в разы. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».